Всем салам, на связи Сарам, ну а перед началом просмотра хотел бы вам напомнить о том, что на сайте MyCSGO действует мой личный промокод Сарам, введя который вы получите бонус в виде 30% к вашему депозиту. Пополняйте баланс на 1000 рублей, получаете 300 рублей на халяву. Пополняйте баланс на 5000 рублей, получаете 1500 рублей на халяву. Как по мне, это довольно круто. Ну а самое крутое здесь то, что на сайт можно пополнить любыми картами, а помимо карт можно точно так же пополнить скинами. Также не стоит забывать то, что все ссылочки будут в закрепленном сообщении в комментариях, либо же в описании под данным роликом. Ну а я желаю вам приятного просмотра, погнали! В этом ролике я взял рандомного подписчика в комментариях под прошлым роликом, и подписчик попался довольно хороший, мы с ним созвонились в дискорде, и в общем прямо сейчас на ваших глазах он будет сам решать, на балансе 3000 рублей у нас аккаунт на прокачку, и мы посмотрим, как мы можем с 3000 рублей прокачать его аккаунт. Да, хочу сразу сказать, на данный момент это именно мой аккаунт, то есть то, что я выбью со своего аккаунта, я просто беру и трейдом перевожу ему. Думаю, все понятно, все легко. А почему мы решили делать так? Потому что подписчик был в небольших сомнениях и боялся давать аккаунт, поэтому я решил, все сделаю на своем аккаунте, и мы просто потом трейдом переведу. В общем, все будем делать так. Так, алло, ты тут? Алло, да, я тут. Смотри, на балансе у тебя есть 3000 рублей. С каких кейсов ты бы хотел начать? И, ну, вот на 3000 рублей, короче, это именно твой баланс, ты решаешь. Давай, это представь то, что ты закинул свои деньги, и ты решаешь то, что ты будешь открывать. Демка есть, все есть, решай. Давай кейс бомжа. Это какой именно? Ну, на сайте есть кейс бомжа. А где он? Ну, давай, может, не бомжа, но 3000 рублей все-таки это не бомж кейс. Ну, давай тогда что-то NFT какой-нибудь более элитный звучит. NFT? А где он? Да. Вот. А новый не хочешь кейс вот этот вот, мажор? Я просто его ни разу не открывал и, не знаю, не хочешь его? Ну, он дорогой, но давай. Сколько открытий? Ну, давай сразу 5. 5? 745 рублей. 10. Вот такой дроп. Если ножик падает, оставляем? Конечно. Все, давай. А, быстрое, медленное открытие какие хочешь просто делать? Типа, ну давай просто медленно. У нас 3000 рублей, и как будто если такие открытия делать, то... Ну, в плане... Ну, почти перчатки, кстати, выпали. Блин. Оп. 297 рублей. Ну, я думаю, такой неокуп тебе сразу не надо оставлять. Типа, если что-то хорошее нет, выпадает... Если что-то хорошее сразу выпадает, тогда хорошее и, собственно говоря, оставляем. Ну, продаем мусор какой-то. Мусор. Короче, новый кейс мусор. Еще будешь рисковать его открывать, нет? Нет, ты что? Все, окей, давай. А какой следующий? Ну, я просто, типа, вот так телеставлю, и ты просто говори, какой вот из этого хочешь. Он где птичка? Какая птичка? Вот, birds написано. Вот этот? Да-да-да. Тут бонусы еще дают. О, ну давай. Сколько? 5 открытий? Штук. Ну давай. У нас 1700 остается, если что. Тоже не забывай про это. Ну, если бы авик выпал, я думаю, было бы хорошо. Ну, бизончик такой. Будешь забирать? Нет. Че, ты еще будешь крутить тут? Да, не знаю, грустные какие-то кейсы. Давай какой-нибудь другой. Другой. То есть ты вот так вот... Red Bull вот выше был. Он окрыляет, я в это верю. Все, давай, сколько? 5? Ой, 5. 4. 4? Ну, 1000 да. рублей. Ну, тут уже больше шансов на перчатки с ножек. Ножик тут полное говно. Ну, ладно, давай попробуем. Ну, по 4 я не знаю, но я всегда в своих роликах говорил то, что я люблю делать минимум 5. Может, 4 как-то они... Да, что-то они так там... Ну, 781. Это в минус нужно. У тебя 2000 есть еще. То есть мы пока что в минусе на 1000, еще не особо так печально все. Давай какой-нибудь такой кейс. Ты типа, у тебя тактика зайти на кейс, если он сразу не даст, то сразу выходить, короче. Да-да-да. Все, понял тебя, услышал. Porsche 911 не хочешь открыть? А там машина падает? Да, в реальной жизни. Давай этот кейс ножимба. Ножимба? Да. Сколько раз? Сразу all-in? Да. Ты дурак? А если мы сольем? Да, конечно, один, ты что? Один? Ты веришь, что с одного что-то может выпасть? Бог даст. Все, братва поможет. Вопросов нет. Ну, SSG тебе глаз подойдет? О, окупились, видимо. Ну, кстати, это 1150, да. Одно открытие сколько там стоит? Не помню. И что тогда делаем? Ну, оставлять его или да продавать? Продаем. Ты 1150. Да продаем, нормально. Ну, 1150. Продаем. Ну смотри, я сам решил. Еще по одному?
Ну, давай еще один. Ну, давай еще один. То есть ты все-таки вот так вот аккуратненько играешь? Да. Ну, тебе сказку падает. Ну, что-то не сказка. Нет, так... Нет, слушай, сказка. Нет, ну так-то сказка, 1786. Что даем? Ты что так рискуешь? Не, в принципе, ты уже в 179 рублей в плюсе. Вставляем? Вывод? Не, надо дальше. А майнинг, если не хочешь попробовать? Давай. Я видел, ты люто поднимаешь. Какой из? Давай доплер. Доплер? Да. Какой, вот этот? Да. Ну как будто, может, что-то другое? Тут как будто шансов просто. Ну коготь красивый зато. Ну а если он не выпадет? Ну, тоже... С пустынной атакой будешь бегать? Нет, на самом деле из майнинг я бы вот тебе лично посоветовал, что вот у нас 3179 рублей. Это либо азимов майнинг, либо элитный азимов майнинг, либо что-то из ножевого, перчаточного, либо не ануара попробовал. Так как 3000 рублей, по сути, с 3000... На 3000 рублей можно много чего пооткрывать. Просто у нас суть в чем заключается, чтобы выпал скин какой-то хороший, чтобы ты его вывел. Как бы в этом суть заключается. Поэтому смотри сам, можем попробовать ножевой вот этот пофармить, либо перчаточный пофармить. Но можно начать, в принципе, и с неануара. Но давай, я думаю, тогда... может все-таки ножевой? А ты думаешь, с него что-то упадет? Я не знаю, наваха, может что-то выпадет. Не, ну знаешь, в любом случае она неплохо стоит. Хоть она и некрасивая. Потом типа продашь ее просто и все. Ну тоже верно, давай. Че, по 10 тогда сразу, быстро? Все, давай быстро. Ну а прикинь, тебе сейчас просто с первой бы что-то упало. В моменте тогда. Ну да, подсыпало бы. Ну, пока что нет. Пока что все в минус. О! Слышишь? Сюда. Найс лут. Сюда. Оставляем или что? Да. Нет, просто можно было бы, конечно, рискнуть, но типа ты хочешь оставить. Хотя, давай продадим, азимовые открывать будем, элитные. Ты азимов элитные хочешь? Да. На 8 тысяч? Да. Может, все-таки оставим и типа на выводы, потому что если ты сольешь, то, ну, все, минус будет просто. Так мне еще что-то выпадет. Ну, короче, ты хочешь на азимов перейти? Да, да, да. Все, хорошо, я тебя понял. Тогда продаем. Элитный азимов хочешь? Да? Его? Да. Все, понял тебя. Ну, давай будем пробовать. Ну, сразу, типа, просто сидеть и просто, вот, ну, именно майнить. То есть ты пока что не хочешь с него выходить, просто, типа, до последнего открывать, да? Ну, пока не поймем, что деньги кончаются. Угу. Деньги кончатся в любой момент могут. Нам пока что по 250 закидывают. Ну, так, к слову. И по 90, кстати. Ну, вот по 90. Тут. Ну, уже лучше, да? Да. Ну, а вообще, вот, что хочешь из этого именно? Вот, чё, ну, что бы хотел? Не знаю, я бы калашек хотел. Калашек? Ты дебил? Тебе нож выпал за 8 тысяч, ты мог его продать и купить калашек себе. Какая разница? Не знаю, просто это как-то срано. Пока что по 90 кормят нас. А я себе несколько калашей смогу получить. Больше, чем цена ножа. Ну, это какие шансы должны быть? Ну, кстати, вот в это... Ну вот, эмочка выпала. Это лучше, чем нож. Че, оставляем тогда и на вывод ее? Да. Не, ну слушай, мне кажется, это неплохо. Еще 6 тысяч осталось. У нас осталось 6 тысяч на балансе, и плюс вот такая эмочка. Короче, ты ее... На вывод, правильно понимаю? Конечно. Все, ее выводим. Все, хорошо. Давай я тогда сейчас закончу серию, и там с тобой разберемся. В общем, дамы и господа, сами все видели прекрасно. Он не хотел оставаться с ножом и решил рискнуть. Парень решил рискнуть. И, ну, я честно, я не знаю. Ему очень сильно повезло. Сколько я открывал майнинг кейсов, они вот дают на последние деньги. То есть у тебя на балансе с 5000 останется 1000, только тогда что-то может дать. А у нас с, там с 8-9 тысяч, у нас еще 6 тысяч осталось, и вот такую эмку мы забрали. То есть, ну, просто 10,5 тысяч рублей вот так вот челу на халяву пришло. Понятное дело, не всегда так сыпет, и может быть такого не будет сыпать в будущем. Может быть это просто повезло, но опять-таки шансы на такой дроп очень минимальные. То есть нам просто очень-очень дико повезло. Я, честно, вообще не ожидал. Но
Вот такую эмочку забирает наш подписчик. Опять-таки, ребята, кто хочет точно так же что-то залутать, я каждую неделю приглашаю одного человека на запись. Пишите в комментариях, обязательно участвую. Чем больше комментариев с надписью «участвую» вы напишете, тем, соответственно, больше я увижу от вас активности и буду выбирать именно по комментариям рандомно, полностью рандомно. Спасибо всем огромное за ролик. Мы увидимся в следующем ролике. Ну, а я погнал выводить ему эту эмочку. Куда же мне еще оставаться, куда же мне еще деваться? Всем удачи!